Я что из города-то уехал? Потому что там все ненатуральное. Одна химия, а здесь все биологически чистое. Вот, пожалуйста, у меня вот салатики. Там у меня вот редисочка, картошечка. Вот у меня петрушечка, укропчик. Вот у меня бутылочки. О, смотри, вот эти, которые с красной крышечкой, наверное, уже созрели. О! Выходит легко. Пойдем, попробуем. Как таланта сестра называется Кра, так и наша программа. Шесть кадров. Время быстро несет. И на все эпизоды нам дает режиссер. Шесть кадров. Чем крупнее арти, тем короче репри. Нас всего в антрепри. Шесть кадров. Только сядешь и вклю, все вокруг рассмею. Вот за что я так лю. Шесть кадров. Добрый вечер! В эфире программа «Магазин на диване». Дорогие друзья, сегодня у нас для вас уникальное предложение. Прямо сейчас вы можете купить замечательную тещу. Зовут Вера Ивановна, 57 лет, русская, прекрасно готовит борщ, любит возиться с внуками. И этот шедевр вы можете получить совершенно бесплатно. А если позвоните сейчас, то в подарок можете получить еще и прекрасного тестя, с которым всегда можно хлопнуть по рюмочке и повспоминать, ну как же раньше хорошо было жить. Звоните, звоните, дорогие телезрители, ваши новые родственники ждут вас. Эдуард Владимирович, а что вы несете? У нас прямой эфир. У вас прямой эфир? А у меня эти монстры уже второй месяц гостят. Тоже мне называется. Заехали на пару дней внуков навестить. Звоните, звоните срочно, уважаемые телезрители. А я вам за это еще и доставку оплачу. Ой. Здравствуйте. Голосуйте за Нагонюка Алексея Васильевича. Вы знаете, я чего-то такого не знаю. Как не знаете? Вот он. А почему он в маске? Ну, когда выберут, тогда и снимет. Сами знаете, какое сейчас время. Ну да, ну да. Криминальное. Вот. Всего вам доброго. Так. Ну, что, давай? Давай, Петрович. Давай. Будем? Будем. Хорошо пошла. Хорошая. Это не паленая. Это лучшее из того, что мы уже пробовали. Нужно, значит, вот эту тормозуху будем заливать. Да. Вот всегда надо проверять. А то нальешь какую-нибудь гадость, и все. Пойдем заливать. Пойдем. Ой, шо. Так, направь меня куда-то. Вот сюда. Да. Здравствуйте. Мне нужны очки, а то я вчера свои потерял. Вчера потерял, а с утра проснулся, я ничего не вижу. Дорогой мой, так вам же нужно в оптику.
А это почта. Вам нужно выйти отсюда и пройти прямо ровно один квартал. А потом направо. Иду упора. Понятно? Спасибо огромное вам за помощь. А вы направьте меня? Разумеется. А? Значит, так? Так. И прямо. Прямо. Потом направо. И там до упора. Добрый день, девушка. Стирка, химчистка? Ой, нет. Знаете, я хотела вас сначала спросить. Вы вот мне скажите, а жирные пятна отстирываются? Да, конечно, отстирываются. Да? Да. Ой, а чернильные? Чернильные. Чернильные? А машинное масло? И машинное масло отстирывается, девушка. Да что, сейчас такие технологии, да. Конечно. Подождите, а красное вино? Вот, знаете, красное вино тут как раз и не отстирывается. Да? Спасибо вам, дедушка. Спасибо вам большое, девушка. Это то, что мне надо. Вот, отлично. Вот тебе, кобель. Вот тебе. Вот чем ты пойдешь на якобы срочное совещание. И на твои вечерние дежурства. Вот чем ты пойдешь. У меня... Вот правильно, правильно, девушка. Вот и мой такой же. Вот. Вы знаете что? Вы на воротник лейте. Вот там точно не отстирывается. Да? Давайте. Лейте. Спасибо вам, девушка, большое. Если останется, мы с вами выпьем, да? Обязательно выпьем. Да? Вы не жалейте. Лейте. Вот так. Вот так вот. Всю кровь ты из меня выпила. Эдуард, у меня гости третий час ждут утку, фаршированную яблоками. Ты скоро приготовишь? Жир, я виноват, если она вон яблоки не жрет. Жри, это не какая-то тайландская химия, наши кубанские. Жри, я тебе говорю. А я тебе говорю, жри, подается она. Жри, падла! В общем, передай гостям, что утка задерживается. Ну, хоть кусочек, ну, откуси. Распробуй сначала. Хорошее яблоко, вот смотри. А? Ай, здравствуй, дорогой, здравствуй. Так. Ух ты какой. Ну-ка. Зачем я Костика? Ух ты. Какой. Так. Сегодня 24 мая. Опыт показал, что после применения препарата G447 у самца заметно повысилась сексуальная функция. Она продержалась... 18 часов? Победа! Алло, Коленька. Здравствуй, милая, это я. Значит так, Коль, сегодня твой Гена и твои шахматы отменяются. Да, в 8, чтобы был дома, понятно? У нас с тобой сегодня праздничный ужин. Все, жду. Что ж такое, а? Где наш командный доктор? Терпеть невозможно. Заждались? Доктор, эта заварушка точно поможет? Побежай! Давай! Ага, смотри! Холодненькая, как из холодильничка! Давай, наливай ее в кубок! А то теплую пить невозможно! Ну, ребята, за нашу победу! Что бы мы делали без нашего доктора? Ну. Нет, так вы никогда ни на что не решитесь и ничего не выберете. Садитесь в машину. Присаживайтесь, да не стесняйтесь вы, садитесь в салон. Машину надо почувствовать. Посидите, обживитесь, почувствуйте машину. Это ж как любимого человека выбирать. Да? Да. О. О. И. О.
Добрый день, капитан Комиссаров. Ваши права. Почему не пристегнуты? О, да у вас еще и номеров нет. А какие номера? Я же еще не купил ее. Так вы еще разъезжаете не на своей машине. Ваши права. Я у меня... Нет, вы прав. О, а вот это тянет лет на пять. Выходите из машины, будем протокол составлять. Подожди, капитан, подожди, капитан. Может, мы как-нибудь по-другому договоримся, а? Ладно, на первый раз прощаю. Да, можно? Отлично. Так, давай в засаду, новые клиенты идут. Ага. Давай, давай. Письмо. О, как, давай. О, Семен, ну це ж спам. Ёшкин кот. Чё, получается, зря шёл, что ли? Да, получается, шо так. Что-то мне давно никто не пишет. Ладно, побегу. Ну, побеги уже. Куда? Давай. Готовы, Леонид Ильич? Что ж, раз готово, давай проверяй. Левая щека чуть колется. Присядьте. Буквально пару штрихов. Ты давай не халтурь. А то мне сегодня еще с Маргарет Тэтчер встречаться. Она все-таки женщина. Все будет в лучшем виде. Угу. Ну долго вы еще там будете? Я на работу опаздываю. Сейчас. Опаздывает он. Опаздывают. Много вас тут, а я один. Здрасте. Здравствуйте. У вас ведра есть? Есть. Есть отличные пластиковые ведра. Нет, мне надо железное. Пластиковые лучше, они легенькие. Я же говорю, железные. Пластик не ржавеет. Я что, непонятно объясняю? Железные есть? Есть. Вот, пожалуйста. О! Вот то, что доктор прописал. Федька, иди сюда. Сейчас примерим. Отлично. Ну что, сына? Папка тебе обещал, что к Новому году рыцарем у меня будешь. Папка обещал, папка сделает. А где у вас гардины продаются? Там. Ага. Пойдем, Петя, тебе копье подбирать. Вперед. Спасибо. Пожалуйста. Удачи, Петя. Ага.
хорошо здесь, чистенько. Угу. Уютненько. Угу. О, и быстренько. Ваши салаты. Спасибо. Спасибо. Скажите, Кирилл, а что это вы принесли? То, что вы заказывали. Вам салат «Цезарь», а молодому человеку салат «И ты, Брут». Ты, Брут! Приятного аппетита. Ага, спасибо. Ух ты! Вот тебе на! А что это за праздник такой неожиданный? А это... что? Ты что? Сегодня же такой важный день для нас обоих. День нашего знакомства. 17 ноября. Все, проходи, 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 садись. Ой. Хорошо. День знакомства, говоришь. Ну, давай знакомиться. Ты кто? Я Марина. Очень приятно. Марина, а как ты оказалась в моей квартире? Так вы же дверь забыли закрыть. А я зашла. Я смотрю, холодильник пустой, носки валяются грязные. Ой, думаю, холостой, а мне ж в Москве вообще жить негде. Ну, думаю, бац, такая удача. Ну, за нас. За нас? Да. А я вам говорю, мне нужно средство от мух. Мужчина, а я вам говорю, что средство от мух и других паразитов продается в хозяйственном магазине. А мне нужно средство от мух. Мужчина, миленький, услышьте меня. У нас престижный парфюмерный салон. У нас продаются только очень дорогие престижные духи. Вот что вы мне рассказываете? Я вчера у вас здесь был и где-то вот тут вот видел вот это средство от мух. Да никогда мы не продавали средства от мух, мужчина! Вот что вы говорите, Элеонора? Эля, вот же оно, а? Средство от мух. Но салон, дорогие духи. Ну и где твои немцы, Семенович? Придут. Они обычно часиком к 8 подходят. О! Идут клиенты. Битте-дритте! Граждане немцы, берите грибочки свежие, только что собранные. Да, вот. Семенович. Ага, да на здоровье. О, ешьте. Все, грибочки. Не понимаю, Семенович, как ты можешь с врагом бизнес налаживать? Молодой, да, Андрюха. Молодой и глупый. Ты своим автоматом из-под кустов много немцев настрелял? А я своими грибочками, поганками да мухоморами уже, почитай, две роты положу. А ну дай дернуть. Ну что, уроды, доигрались? Последнее место в чемпионате. Да вы никакие исты, вы фигуристки хреновы. Я бы вас гад, я бы своими руками задушил. Извините, ради бога, а по какому, собственно говоря, праву вы оскорбляете этих спортсменов?
потому что я их тренер, мне можно. А вы, собственно, кто такой? Я спонсор команды. А, прошу. Присаживайтесь. Ну что, уроды, доигрались? Последнее место в чемпионате. Нет, вы не хоккеисты. Вы фигуристки хреновые. Я бы вас, гадов, собственными руками вот задушил. Так, давай ключ на 18. Теперь гайку. Давай ступенчатый подшипник. О, слушай, а я бы один без тебя не справился. Ага. Ну что, шаровую подавать уже? Шаровую? Ага. Давай. Угу. А, нет, подожди. Вот у нас. Ага. Алло. Да, продлевать будем Эльвиру. Ну, надо пару часиков еще. Нам еще надо корзину сцепления поменять и полдвижка. Ага, все, счастливо. Хорошая баба, Эльвира. Слушай, а у тебя подружки симпатичные есть? А, есть. Тут у меня Наташа хорошая, там Таня есть хорошие такие. Звони, ага. Звони. Потому как я тут подумал, что мы с тобой вдвоем движок не поднимем. Хорошо. Так. Василий, а? И несовестно тебе, милый. Я ж тебе верила. Я ж думала, ты действительно здесь в гараже он машину чинишь. А ты, значит, вот с этой вот здесь, да? Гай, не начинай. Эльвира нормальная баба. Эльвира нормальная баба? Значит, пол жизни, значит, я была нормальная баба, а теперь, значит, я Эльвира нормальная баба. Что-то на молоденьких, я смотрю, тебя потянула, да? И вот мне очень интересно, что интересно она такого может тебе дать, чего родная жена тебе дать не может, а? Эльвира знает, чем маховик к коленвалу крепится. Да. С корнем. О, и может ключ на 18 с первого раза подать. Конечно, это же Воронежский автодорожный техникум. Спец. Ах, вот оно что. Значит, Воронежский, да? Воронежский. Ну-то давай, дуй в свой Воронежский. Куда? Сикельдя, мы даем молодец. Пошла отсюда. Значит так, а помогать тебе, дорогой, буду я. Давай, что там делать-то? Что там тебе подать там, этот ключ гаечный, эти головки, эти пассатижи, эти вот этот как-то шкморень, да? Шкворень! Мастерица! А, сейчас я чувствую, наремонтируем мы с тобой машину. Такого специалиста выгнала. А. Шкморень! Как таланта сестра называется Кра, так и наша программа. Шесть кадров. Время быстро несет, и на все эпизод нам дает режиссер. Шесть кадров. Чем крупнее арти, тем короче репри. Нас всего в антрепри. Шесть кадров. Только сядешь и вклю, все вокруг рассмею. Вот за что я так люблю. Шесть кадров. Ла-ла-ла.